Ребят, всем привет! Очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Итак, приступим. Первая посылочка. Летела 30 дней, стоимость 1 доллар. Открываем. Итак, здесь у нас вот такой кобелек. Длина около метра. С одной стороны у нас 3 RCA разъема, так называемые тюльпаны. Один видео и два аудио. Ну а с другой стороны у нас авиавыход. Для подключения различной техники. Ну, к примеру, вот такой, как TV Android Box. Ну, например, если у вас нет HDMI портов или они сгорели, вы можете подключиться этим кабелем. Этот разъем мы втыкаем в TV Android Box, ну а эти тюльпаны в сам телевизор. Таким же образом мы можем подключиться к старым телевизорам. С любой техники, на которой есть авиавыход. Ну, качество средненькое, ну и цена небольшая. Все ссылочки в описании. Так, переходим к второй посылочке. Летело 36 дней, стоимость 2,98 доллара. Открываем. Упаковали отлично. Пакет запаян. Так, ну а у нас здесь вот такой кабель. Так, ну а здесь длина уже около 1,5 метра. Также мы видим 3 разъема RCA, тюльпаны, видео и 2 аудио. Ну а на другом конце у нас HDMI выход. Вот под такой заглушечкой. Так, ну здесь уже качество получше. Кабель толстый, прочный, видно, что очень качественный. Сами контакты с каким-то опылением. Имеется вот такая надпись HDTV. С этой стороны ничего нету. Будем надеяться, что все будет работать. Также мы можем подключать различную технику к нашему телевизору. Или же к старым телевизорам. Ссылка также в описании. Все недорого, переходите, покупайте. Так, ну и третья посылочка. Такой же тематики. Летело 35 дней, стоимость 2,69. Открываем. Так, ну а здесь у нас вот такой сплинтер для RCA разъемов или же тюльпанов. Вот небольшая картинка, как мы можем все подключить. Как он выглядит. Ну, пластик такой дешевенький. Ну и цена небольшая. 3 входа, 1 выход и переключатель каналов. Первый, второй, третий. В комплекте идет вот такой кабель длиной сантиметров 70-80 плюс-минус. Вот такие 3 RCA. Ну, для чего он нужен? Например, подключаем вот сюда, а этот конец сам телевизор. Если у вас много техники, которая требует подключения через тюльпаны, то эта штучка вас выручит. Например, сюда мы можем подключить Android TV Box, сюда какую-либо другую приставку, ну и сюда какую-нибудь приставочку. Ну и здесь мы будем переключать выход сигнала, который нам нужен. С первого разъема, с второго или с третьего. Есть сплинтеры подороже, ну то есть вам не нужно будет переключать вот этот переключатель. Там в комплекте идет пульт, и вы уже переключаете свои каналы непосредственно с самого пульта. Ссылочку на этот сплинтер и на сплинтер подороже с пультом смотрите в описании под видео. Вот такие 3, ребят, полезные посылочки. Все, ребята, кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачных покупок и до встречи на YouTube.